Однажды в мастерской Эдема были господин Адам и госпожа Ева. Госпожа Ева, вопреки запрету Бога, приняла подарок от господина змеи. Господин змея очень хотел завладеть мастерской. Он любил господина Адама и госпожу Еву. Бог был бы разгневан, но подарок был столь соблазнителен. Госпожа Ева предложила его открыть. Одежда, кожа, стиль, желание, мягко. Свобода выбора. Бог убил бы их, но свобода выбора.